Закон о поддержке стабильности и демократии в Украине одобрила Палата представителей Конгресса США. Документ сохраняет американские санкции против России до полного и доказанного выполнения ею минских договоренностей. Также он содержит запрет на признание Соединенными Штатами аннексии Крыма. Предполагается, что соответствующие санкции будут действовать, пока президент США не предоставит Конгрессу доказательства восстановления суверенитета Украины над полуостровом. Также в законе предусматривается и возможность поддержки Украины – в том числе летальным оружием.